Брат смастерил новый скворечник. Мы уже готовы к прилету наших скворцов. А вот старый скворечник. Он много лет прослужил нашим скворцам. Каждый год сюда прилетали. И каждый год новые птенцы у нас появлялись. Пришло время его поменять на новый. Надеемся, что этот скворечник им понравится. И каждый год сюда будут они возвращаться.